Клавиша – так и рождается аллегория жизни современного человека. Все герои выставки – это интернет-пользователи. Представлены клавиатурные образы в самых разных ипостасиях. Здесь есть отсылки на известных всем нам так называемых кнопочных героев и на людей, зависимых от соцсетей, и на многих других персонажей из глобальной сети. Художник как бы не выступает как бы моралистом, да, или каким-то таким указателем, да, чего. Он художник, скорее всего, обозначает проблемы, которые у нас в среде возникают. И как бы он больше, наверное, дает зрителю подумать над какой-то проблемой, оставаясь при этом нейтральным. На эти работы ушло более 1500 клавиатур. Собирал художник по всему миру. Красные клавиши самые редкие. Их Закаря привозил из Баку, а желтенькие из прошлого, от старых советских компьютеров. Работы поражают своей точностью и деталями даже современных детей, которых, казалось бы, трудно удивить. Сколько труда в нее было вложено? Сколько вот этих вот, сколько клавиатур? Таких вот деталей, и еще это лицо. Вот как думаете, сколько времени такое надо было делать? Это же ювелирным надо было быть, чтобы создать в точности такое. И что я заметил, в клавиатуре нет ни одной лишней кнопки. Они все нужны, просто идеально подходят, они дополняют друг друга, и в конечном итоге как бы они себя заполняют, как бы там не остается какой-то недосказанности. На выставке представлены 78 скульптур. Все объекты сделаны из вторичного материала. Ни одна работоспособная клавиатура не пострадала, смеется художник. Посмотреть на инсталляции из клавиш может любой желающий. Выставка продлится до 25 ноября. Проходит она в здании дагестанского филиала Русгидро в Каспийске. Патимат Ханапова, Муса Салдгереев, новости ННТ, Каспийск.